культиватор скоростной КС-83 «Кузбасс». Является специальным и незаменимым агрегатом в земледелии для обработки почвы. Предназначен для предпосевной обработки почвы, борьбы с сорняками и ухода за парами с одновременным баранованием, прикатыванием почвы, разбивкой комьев и частичным выравниванием поверхности поля. Трубчатые катки создают уплотнение слоя почвы, необходимое для предотвращения испарения влаги, и формируют равномерный агрофон для проведения посева на заданную глубину. Основные узлы культиватора КС-83 «Кузбасс». Передняя сцепка с винтовой регулировкой высоты. Плоская сварная рама с S-образными стойками и стрельчатыми лапами с механизмом регулировки высоты. «Агро» – сельскохозяйственная техника, которая работает на будущее.